Экономическая и политическая стабильность – то, что сейчас нужно Саратовскому региону. После двух десятилетий всевозможных прений, баталий и борьбы за власть в области, наконец, восстановилось спокойствие и появилась надежда встать на уверенный путь развития. Однако это не устраивает ряд демократических партий, которые всеми силами пытаются дестабилизировать ситуацию. В настоящий момент все чаще и чаще появляется информация в различных средствах массовой информации, что демократы на грядущих выборах в областную думу хотят буквально взорвать политическую ситуацию региона. А в настоящий момент, как мне представляется, людям не нужны какие-либо потрясения, какие-либо войны, пусть даже регионального, локального характера. А люди просто хотят нормально жить, нормально работать, иметь соцгарантии, покупать автомобили. По-моему, сейчас это главное. А демократическим бутербродом люди уже сыты. Так оно и есть. Саратовцы против радикальных методов, хотят уверенности в завтрашнем дне и жестко критикуют митинги и протесты, от которых все просто устали и которые никогда не станут панацеей в борьбе за повышение финансово-экономических показателей региона и улучшение благосостояния жителей. Бунтовать хорошо на сытый желудок. Французская революция получилась, когда Франция 50 лет проживала период экономического подъема. У нас нет жира, мы бедные, нам надо кушать, а не думать о том, что нам надо больше прав, больше свободы. Нет сейчас этого, мы не до этого. Нам еще до этого развиваться и развиваться. Ну, революции как бы не нужны. Нужно просто всего-навсего поднять людям зарплату. Вот и все. На самом деле все элементарно. Конечно, всякие немцовы, зажравшиеся там, кто там, собчаки, они просто, у них денег полно, они жиру бесятся. А простому народу надо поднять зарплату, и он будет сидеть дома и радоваться. А что предлагают объединенные демократы? В сущности, ничего. Нет ни конкретных инициатив, ни каких-либо полноценных фундаментальных идей. Только шум и критика действующей власти. Саботировать ее призывают людей, которым якобы потом и отдадут эту самую власть. Извините, а какого народа? Тот, который остался без денег, без каких-то сбережений крупных, без пенсионеры, которые раньше чувствовали, может, себя людьми, сейчас они не люди, они нищие. Так кто же будет этой работой заниматься? Против всего. Такая позиция идет вразрез с позицией народа. Нет у объединенных демократов и настоящего лидера, способного повести за собой, пусть даже немногочисленных единомышленников, и добиться эффективной работы в региональном парламенте. В их программе, если это можно назвать программой, пока нет ничего такого, что можно было пощупать, потрогать, ощутить, переварить. Это пока какое-то сотрясание земли саратовской. Вот это безвременье, как мне представляется, людям уже надоело. Люди хотят системной работы, системного подхода к управлению, чтобы строились ФОКи, строились спортплощадки, больницы, перинатальные центры, все что угодно. Все то, что помогает человеку не выживать, а именно жить. Личные политические амбиции за счет простых людей. Таковы намерения объединенных демократов. Однако жителям региона после стольких лет финансовой нестабильности и пустых обещаний новые потрясения абсолютно не нужны.